холодно, скучно и страшно. Привет! Чего? Кого? Козёл. Всем привет, с вами Рэс, играем. Знаешь, ты подумал, я так подумал. Нет, ты что? Мы повеселим. Сиди сюда, сладенький парень. Нет, 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 отстань. Иди сюда, иди. Куда боже мой, боже мой. Боже мой, нет. Нет, ты что? Нет, нет, отстань, отстань от меня, пожалуйста. Нет, 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 нет. Иди сюда, будет приятно. Че ты двери-то закрываешь? Пойдем чай пить, а здесь комната проверить, проветрится. Боже мой, нет, 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 боже мой, да что за байда такая? Ну ты спортсмен, конечно, ну ты спортсмен, иди сюда. Нет, нет, пожалуйста. Иди сюда, ко мне поближе. Ну отойди от меня, демон. Подождите, почему уже день настал, блин, уже бух, не могу. Ладно, тебе повезло на этот раз, мальчишка. Давай, давай. А, так она там спит. Ну-ка, пойду-ка я пока посмотрю, что же с ней. А мой конфеты! Далее, 4 жертвы, которые... Нет, это ты! Боже мой, здесь, смотрите, какой-то пустый пень. Здесь язык собаки. Боже мой, собаки, собаки. Просто два собаки напугались. Потом здесь какой-то стол алхимии или что он здесь делает. В общем, непонятно. Так, в общем, смотрите, друзья, чтобы победить эту вампиршу, нам надо найти, короче, кол и всадить ей. Так, что-то я пока на самом деле ничего не вижу здесь. Так, понятно, почему здесь чеснок растет, вампирша. Она говорила, это кетчуп. Это кровь, да? Боже мой, это кровь, короче. Бей меня! Боже мой, вампирша. Куда это? Ты ничего не слышала? Пойдем, что ли, проветримся на улочке. Здравствуй, зайка. Иди-ка сюда. Нет, нет, я не пойду. Всю ножку сломала, ну бывает. Сейчас отрастет новое. Ну, ой, какая. Давай тебя подрасти. Ну ладно, а я в новости. Свои. Ок. Пожалуйста, пожалуйста, не все надо. Пожалуйста, так, ну-ка иди сюда. Не надо меня ты делать. Уже раздражаюсь. Нет, 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 не надо, я не хочу быть вампиром. Какие преимущества от вампиров? Ну как, они очень быстрые, это раз. У них просто 100% зрение, это два. Они бессмертные, это три. У них бледная, брутальная кожа, это 4. Они очень красивые, это 5. Красные глазки, это 6. Что тебе еще сказать? Не знаю, отстань от меня, пожалуйста. Не надо меня... Нет, 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 за попу не надо кусать. Боже мой, нет, нет, нет. Ай! Ты что на мои яблоки встал? Ай, ты что? Боже мой. Ой, а кто это упал? А кто это такой? Что, котик добегался? Ну да, пожалуйста, не надо. Ок! Нет, 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 нет! Ну вот, а ты боялся.
Набираю на сайте видео про Чарли Чарли. Ой, жесть, не буду смотреть. Вау, у меня пацан Дмитрий Павлюков Валентинку. Валентинку отправил? Сейчас день... Ладно, спи, я молчу. Давайте наберем 15 тысяч лайков, и тогда я не превращусь в вампира. Потому что, знаете, если уж превращаться в вампиром, то надо было хотя бы с ней оставаться. А так в одного, в одну каску, это будет скучно. Поэтому давайте набираем 15 тысяч лайков. Подозрение, да? Ладно, я должен это сделать вообще. Раз, два, три. Видите, друзья, она истекает кровью. Вампирша умирает. Мы смогли это сделать, друзья. То есть, смотрите, мы смогли победить вампиршу. Помните, вы мне помогли силой лайков, и мы, короче, воткнули ей кол. Хотя она, знаете, была такая хорошая. Смотрите, я до сих пор смотрю ее такие красные глазки. Смотрите, она даже немного двигается. Она вот двигается. Ну вот, блин, не задача. Каникулы кончаются! Как это понять? Спасибо большое. Смотри, ребята реально ставят. Блин, такие классные у тебя. Да, они тебе помогают, смотри. То есть они тогда даже, знаешь, они писали. А вот вампирша ожила, и вы пошли бы с ней вместе. Да. Блин, какие они лапушки. Это еще мягко сказано. Брата. Сейчас, подожди, я поставил все. Мне что-то жалко, брата. Тут пылища.